Ушел из жизни заместитель руководителя администрации Дагестана Даниил Рязанов. Ему было 44 года. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием. Отмечу, Даниил Рязанов в администрации главы Дагестана работал с 2006 года. Занимал разные должности, в том числе и в управлении информационной политикой. Молодой, трудолюбивый и перспективный. Всегда помогал коллегам и личным примером показывал важность доброты и заботы. Он был прекрасным отцом и любящим сыном. Так о нем отзываются коллеги. Даниил Рязанов ушел из жизни после тяжелой болезни. Это эталон чистоты, порядочности и ответственности. Это человек, которому многое было дано, и он делал все, чтобы успеть, как будто предчувствовал, и не знаю, чтобы успеть оставить такой замечательный след. Это один из редких специалистов, кадровиков, которым так не хватает. И знаете, он же человек был, который о нем многие не знали. Он был очень скромен, во-первых. Во-вторых, он всегда как бы держался в тени, ему не нужна была ни известность, ни слава. В нем не было тщеславия, в нем было только вот чувство служения. Нужно, он будет делать, и будет делать все. Даниил Рязанов родился в Махачкале. С 2006 года занимал разные должности в Народном собрании, администрации главы и правительства Дагестана. И на каждом этапе работы он вкладывал всего себя. В достаточно молодом возрасте он был заместитель начальника управления информационной политики. Это был неординарный человек. Он удивлял нас глубиной познаний, эрудицией, взвешенностью, умением находить ответ на любой, казалось бы, самый сложный вопрос. Высочайший профессионализм, работоспособность. Это был действительно грамотный, мудрый специалист. Но более всего ценным, мне кажется, были его человеческие качества. Искрометный юмор, доброта, тепло, которым он щедро делился, безмерное уважение ко всем, кто был рядом, интеллигентность. О Даниле Сергеевиче можно говорить очень много. И очень-очень тяжело от того, что все это приходится уже говорить в прошедшем времени. Я безмерно благодарна судьбе за то, что знала его, работала с ним. И мы, конечно же, сохраним в наших сердцах добрую память о нашем друге, коллеге, о нашем Даниле Сергеевиче. Друг, товарищ, единомышленник. Неравнодушный и преданный своему делу. Некоторым планам и мечтам Даниила Рязанова не суждено было сбыться. Его жизнь оборвалась в 44 года.